Привет всем! Вот такой вот у нас сегодня шум на пасеке, тепло, солнышко светит, птички поют, и пчелки так начали облетываться, уже летят с пергой, с медом, наверное, нектаром. В общем, хорошая погода стоит, и вот такой вот гул. Все семейки в работе, в делах. Все шумят. У нас очень хорошая погода стоит. Тут целая неделя, наверное, будет вот это. И следующая неделя тоже вот такие вот теплые. Наконец-то хоть травка зазеленела. Почки распускаются. На смородине, вот на красной, на вот этой вот. Черная смородина тоже уже вся вот такая вот зелененькая. Все распустилось. Наверное, даже скоро. Но еще пока нет, но в дальнейшем, конечно, будет цвести. Вот так вот все гудит. Вот такие вот почки начинают распускаться у самца облепихи. Обязательно, если у вас есть облепиха, должен быть самец, чтобы у вас были ягоды именно на кустах облепихи. А вот эта вот самка облепихи, у нее, видите, совсем немножко другие почки, не такие набитые, не такие большие. И вот так вот она тоже распускается. Высокое такое дерево. Ирга тоже уже начинает распускаться. Будет очень красиво, конечно же, когда все зацветет. Яблони только начинает уже распускаться, совсем чуть-чуть еще. А на яблоне чудно еще не раскрылась, не распустилась ни одна почка. Она гораздо позже начинает вот именно распускаться. Тоже вот такая вот уже высокая раскидистая яблонька. И начинает вот так вот зеленеть крыжовник. Здесь тоже смородинка. Все старые ветки убрали, остались только молодые. Такой вот кустик. Так сказать, его обновили. Все только молоденькие ветки. Клубничка уже прям так хорошо начала напушиться. Такие вот стали аккуратные грядки. То есть как тепло только приходит, сразу вот она начинает так вот зеленеть вся. Крупноплодная пока не так еще аккуратно выглядит, а вот мелкоплодная, вот видите, какие пушистые шарики. Ну и малинка тоже начинает только вот так вот зеленеть. Некоторые лучше, некоторые хуже. В общем, все постепенно приходит в норму.
Mm-hmm.